Буквально несколько минут назад независимый телеграм-канал сообщил трагическую новость из мира российского шоу-бизнеса и культуры. Трагедия произошла в одном из столичных городов России, в центральной аптеке сети «Фармлен». Ушла из жизни хорошо узнаваемая, известная российская актриса театра и кино, народная артистка России. По предварительным данным, актриса почувствовала себя плохо прямо на улице, зашла в ближайшую аптеку, но из-за большой очереди ее не допустили к оператору. Женщина заволновалась и попыталась пройти без очереди, однако ее не пропустили. Причина смерти – сердечный приступ. Ушла из жизни героиня таких фильмов и сериалов, как «Роща памяти», «Под маской черной кошки», «Оратор», «Улица сердца», «Отчие долины», «Танец мужчин», «Маленькие люди», «Слепая», «Сваты не видели», «Операция сокровища», «Назира». Помимо сценической работы, замечательная актриса принимала участие в постановке и проведении радио- и телеспектаклей. Исполнила более 100 ролей в различных фильмах. В том числе получившую известность вне России замечательному фильму посвящается Стивену Спилбергу. Скончалась звезда театральных постановок «Дядя Ваня», «Священная война», «Тайна Паранжи». Умерла известнейшая советская российская актриса, 87-летняя Тутти Юсупова. Тутти Юсупова родилась 10 марта 1936 года в Самарканде. Она работала в Ташкентском драматическом театре имени Хамзы. Последние годы являлась сценаристом Московского Большого драматического театра.